стороны зайти. Нашим ветеранам, дорогие, к сожалению, осталось очень мало. Немногие смогли сегодня принять участие. Сегодня мы организовали так, что дошли до каждого ветерана, вручили памятные подарки, поощрили, показали помощь посильную и далее будем проявлять заботу. Сегодняшнее мероприятие, несмотря на кратковременно идешь, я считаю, что все-таки для вас я видел лица людей, я видел глаза людей, некоторые вытирали слезы. Это значит, люди прочувствовали величие этого праздника. Он был, если остается всегда в сердцах людей. Сегодня при мундире, это в связи с праздником? Да, именно так. Я одеваю его редко. Но сегодня это тот день, когда я просто был обязан. Вчера была информация о том, что здесь были обнаружены два обнаружены НРГ противника и несколько взрывных устройств. Вы это связываете именно с проведением этого митинга? Вы знаете, мы провели очень серьезные оперативно-профилактические мероприятия, в результате которых мы почистили местность, задержали людей, которые были очень подозрительны для нас. Сегодня спецслужбы занимаются. Мы в том числе организовали прикрытие с воздуха для того, чтобы обезопасить себя от всяких неприятных сюрпризов. И слава Богу, что сегодня у нас этот праздник прошел. И я очень рад, что сегодня ветераны могли принять участие в этом празднике и услышать их адрес, слава Богу. Это очень важно.